главный тренер команды Ринат Хасанов. Уважаемые болельщики, пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА готовила нарезку лучших призывных арбитров сегодняшнего матча судей молодежной хоккейной лиги. Главный арбитр встречи Вадим Фадидов, Владислав Журавлев, линейный судей Игорь Густов, Антон Лунегов.
Очакучен со счетом 1-0. Победа держал команду «Красная армия». Внимание, близких болельщиков, очередной матч молодежный.